Вот, если бы они притяжку пофиксили. Какого контроля можно притянуть? Начнем с этого. Ебать, ну замедление, нахуй. Со Со стана станом. нельзя, нельзя. Нельзя. Ну, не тянется. Ни с хуя не тянется, короче. Фир тянется. Что там? Овца тянется, блять. Замедление тянется. Не работает. Фир Да. тоже не работает. Да. То есть, блядь. Ну, притяжка только на свободного моба. Пошел контроль по нему. Станный и этот. Сука, как он называется? Это то же самое, Вот. что в банк. Банки не даются и тому подобное. Да, да, да. Ну как бы в корне ты можешь стан дать, допустим, бан можешь дать, а притяжку не дашь. А в бан вообще нихуя не дается, вихрь нихуя не дается. Печально. Откуда ты уже набрала столько этих ноунеймов? Украины какие-то, блять. Ультиматумкс какие-то, блять. Где наши вы все? Куда? Вы А куда тут Зулджины. Собрали. Ч? Что там село лопнуло, что ли, или что? Ты не знал. Нет. Или не вагоны. Ну мы японцы делаем этот Зулджин. Зайти дамажить, подамажить. Да не надо. Не знаю, там где-то Настя или Настя. Лёха, ты читал, что я тебе в личке в Дискорде писал? Нет. По поводу Глоры и цветения. Потом прочитаю позже. Чё это за шаман? Сука, прыгает на рыбе. У меня список чест переполнен. А есть аддон, который расширяет. Какой-то там. Делай как Мозер, Лёш. Добавляй в друзья, чтобы типа лохов видеть издалека. Воин, два воин. Люблю воина. Воины, гомики. Петухи. В смысле, гомики это розовые, которые. Пиццагу. Про товары. Педики. Так грустно сказал про товар, как будто не хотел быть тем, кем он является. Так. Пожрали. Ребабнули. Тактики все знаем. Я только Японец. Не знаю... А, нашла, все. Каску. Японец. Каску. Кому попасть? Да, и короче, в пизду, держи броню. И по мне, под ПДЦ-шечки. Брань, хорошие каски или обычные? А чё ты? А чё тебе меня? Не китайские, славянские, качественные, пожалуйста. А чё ты просишь? Броня зачем? Ну, блядь, топор в ебло прилетит, японцу узнает, чё ему броня. Не, нормально, он же в щите будет, сейчас же ДЦ есть. Так, медведь, фас. Так, просто на тебе тогда качественно поставленный бугл тотем от природы. А на дождь мы полагаемся, что он просто свой тотем она уберет. Педрила. Не надо за меня добавлять обращения, я дождь люблю очень. Только я могу его называть педрилой. Кому теперь бегло такое? Ну чё, просто как тебе с ДЦ-шечки? Заметно проще, чё спрашиваешь. Заметно проще, чем с никем. Да. Сейчас пиздеть перестанешь. О,
Хагир. На последний файл. Скажите, пожалуйста, когда будет перефан? Лишь по... Просто так видишь, как Роза уже бежит, аж иди за ним. Скоро фаза медведя написал мой ДПМ, поэтому, пожалуйста, скажите мне, когда... 64, это Роза. Это Роза. 63. 62. 61,5. 61. 60,5. Беги. Беги, не довидаю. Шипы. Ебать. Ай-яй-яй. Обрыгали тебя. Ну они отсюда съебут, нет? Я могу встать. Делай, делай. Можешь, встанешь. Хорошо. Не сейчас. Скажу. Ну, на коте, да? Можешь на коте, да. Хорошо. Ну, повезло, ну что поделать. Пока баф потом закиньте. Убить-то будете, ёбаный свет, чего там встали-то? Ну, соберутся ветерки, нормально. Ебать. Видишь, они не собрались. Четвёртый не берется. Да и похуй на него. Вон. Украина готов его ловить лицом. Ну, видишь, разбрасывает на сетки как может. Хочет засвайпнуть. Видимо, хочет, чтобы дороже стоило его бесточь. О, собрались. А нет, сука. Ну, видишь, Украина их потыкал, поэтому... Я поэтому обычно люблю, чтобы два человека их собирали. Проще собирать сюда. Прожимки просто надо знать какие-то, которых нету. Ну да. Потому что желание. Желание. Я пока не могу использовать. Локи, ты где дохнешь? Локи там пизды где-то получает. Почему-то не там, где все. Бля, Локи сейчас умрет, сука. Не костюм, ничего, Локи. Почему он вообще там? Огурец кушать. Чё, блядь, за сыр? Ты чё, нахуй, первый раз, что ли? Ну какого хуя? Вы что делаете? Просто человек, который собирается, сдаётся в них ещё раз, вот и всё. Ладно, тоже постою. А зачем вообще ты выходишь? Ты видишь, что творится какая-то ебанина? Да, я бы вообще падал сейчас, потому что, блядь... Хули это за хуйня? Ну, так сейчас собирайтесь. Учимся собирать ветерки, это весело. Да хули тут учиться? Ну, упал японец. Прожимали хоть что-то? Бабл, хуябл, там нет? Ты японец упал, японец вагоном, упасть не страшно. Ну и что, так он, блядь, бафы дает. Он капли, сакры дает, всю хуйню. Ну что страшного? О, вроде сейчас соберет. Шаман. Ну, вот мозг будет бодиться, шаман встанет, тоже не страшно. Вы, если встаете... Если пробегает ровно, то выходим. Да-да. Если в квадрат встаете, бабл надо отдавать, другого каплю. Все, мозг, спасибо, что ты есть. Го-го-го, под босса, быстрее. Нет, пара. Сейчас. Байер почему-то выбежал, блин, побился, ты сейчас ебал. Ну прикольно, поразвлекались.
Все дома. Спасибо, мост. Вы должны ему 3 РБК. Там. Не знаю, вон спроси, рисать мне или не рисать. Медведаешь, да. Если честно, не японец встанет на рысе. На рысе встанет, пока лежит. Вот шаман 20к дает. Достану на рысе. Ну, встанет на рысе, ничего страшного. Так, сейчас я там не дам, потому что дома же так сказал. Белья. Он сейчас. Вообще мы уже служим по адвансе, думаю, заставлено. После таких вы помните, куча сорон, можно спокойно. Да, я все-таки пойду, встань. На пул готовь там, на мишку. И бафы по шаману дайте, когда ты скажешь. Уже встань. Осторожно, не сорвите. Да, зачем ты утащишь по чуть-чуть? Воет, мелизона. Чё? Украина, мелизона. Проведи. Тащи чуть-чуть назад еще, они уже постоянно. Лохи. Берса 9 секунд. 9 секунд берса. Да ладно. Мы ее бьем, зато мы поняли, что будут не такие у нас термосы. Просто. Подшивы. Нормально, ложимся, делаем еще. Танка, зачем ты его так водишь, блядь, постоянно? Ты можешь его держать, а потом на огоньке отводить? Зачем? Ну, то есть он не очень опытный просто в плане танкования Злужины. Если ты можешь ему объяснить, а не ругаться, объясни ему, пожалуйста. Просто стоишь, танчишь, кидается огонек, чуть-чуть отводишь, все. Опять стоишь на месте, не надо так по кругу уводить. Только на огоньке в мили-зоне отводишь. Если на РБД кидается, ты стоишь дальше. Капля кидается на того, кто не может захилиться вообще никак. На тот класс, который не захиливается. Зуб бы на кого-то. Когда вы в квадрат стали, когда 4 хуйни к вам летит, на себя бабл, на кого-то каплю. Это уже 2 человека не умрут точно. У меня ШВ, мне вообще плохо. Друидов дубовая. Друиды живучие будут. Мишка дубовая. Хил. Мосы, по крайней мере.
Украина в Дисе вообще, нет сейчас? Че ты мне все писать собираешься? Украина в Европе. Ну вот она сейчас ему пишет, он в Дискорде с нами или нет? Бать. Ты не знаю, блин, я была уверена, что человек адекватно пишет, адекватно отвечает. Я была уверена, что он догадается, что надо просто со всеми стоять. Просто со всеми стоять. Но это же логично. Обычно все пуги так и делают, просто как пингвинчики жмутся к жопе друг друга. Почему его этот, блин, активный такой? Его гильдия говорит об обратном названии его гильдии. А что у него за гильдия? Ну, придешь, прочитаешь, поорешь. КД вставала, посмотрите, СС. Если вставалки нет, то надо СС. Шаман уровень. Шаман, у тебя вставалка есть? Уйти вот этот. Да, я вставал. А КД сколько там? 30 минут. Ебать, долго до КД. Вы можете меня присмотреть сейчас, я один снимал, понимаю? Угу. Без проблем. Вот поэтому он и бегал. Бешеная нога. Вообще, можно. Можно, знаешь, как сделать? Можно я потанчить могу. У вас будет ШВшка. 12 секунд. Вы там ебать будете в этом подрате чилиться. И эту хуйню все. Ну, в принципе, я могу. А, ну да. Там же эта скорость, да, на тапках должна быть. Настя, а у тебя 4-5 на кресте? На этом, да. Ну так купол поставь и все. Окей, в следующий раз поставлю. Купол, да, кстати, в натуре. Типа под куполом вообще не пробьет никого, по идее. Если успею настакать, поставлю. Так чё, нужен протовар с ШВ? В квадрате у вас не сдохнет никто, то есть с куполом стопудово никто не сдохнет. У вас одно тело вихри подождет и все. Не нужен никакой протовар. Да нормально медведоёж может танчить, если ему сказать, блин, в каком направлении двигаться ракой. Он танчит-то неплохо, просто он не все знает. Не, без разницы, куда там двигать, просто не постоянно, не веди его всегда. Ты ждешь, пока кинется огонек внизу. Но если кидается, повел, чуть-чуть отвел там метров на 7-10, опять стоишь. Я ветерки аносить не буду. Ветерки медведоешь, ты не водишь. Ну или водишь вместе с мосы, кстати. Сейчас спрошу. Да нахуй вдвоем водить, как так вообще? Ну все, тогда стоишь с нами в уголочке. Давайте шкаф. Луки, шкаф, пожалуйста. Спасибо большое. Че, ты зов в Украине продаешь? Да, я продаю зов в Украине. Хорош. Ну, если он еще раз нас вайпнет, мы очень сильно заработаем или паролим зов. А бахните, пожалуйста, 302. Сейчас, все бахну, конечно. И вары 3. Качественную каску по присту, пожалуйста. Спасибо большое. Это все это китайщина. Прости, господи. Блять, Локи, дай считать этого пета. Мне надо стакать Т5. Крит на АП, дайте вар. Дай пета считать, спасибо. Можно пуль. Помним, что на третьей фазе убираем тотемы, убираем петов, Локи. Ну, или к себе его притаскивали, чтобы он всегда с тобой стоял. Охуенно, у меня опять, как в прошлый раз, забагал из Т5, у меня купола нет. Да это... А, не, вот она вылезла. Не с первого раза. Почему у меня 20 так, а что за хуйня спуск? Папа на 5.
Смотри внимательно, я один сейчас выдержу, все остальные остались, да? Ну и что? Они не умирают, как бы на первой фразе. Это не обязательно, если вот и распачить лицо, а просто жирная мразь. Не перехать, надо под стол будет молчать. Должен поговорить. Скажу, как это будет 2%. Побежали в уголочек. Чё, ебать? Блядь, Дося дикий просто. Досенька, убери тотема, пожалуйста, нахуй. Так, а он же собрал вроде, чё они пошли дальше? Нахуй не равно даёшь. Нельзя тотемы. Так, нету тотема. Нельзя выходить, пока не скажет РЛ раз. Не знаю, чему тебя учил гаджет, я тебя такому не учила. Так, он же собрал, он уже ж повел, блядь, полкомнаты провел. Ну не надо момент. Выходить, пока не скажет выходить тебе твой рейд-лидер. Так, а у тебя что, два кота их водят или что? Должен водить один кот. Так а нахуй два там бегали? Я несколько раз сказал. Пиздец. Мим пробегает, можем выходить. Берешь людей, хороших людей. Все рейлы вас учат, надо слушать все рейлы. Кучу раз мы ходили в эту парашу, столько раз был, ты слышал, что нельзя тотема оставлять от перехвата. Ни при каких обстоятельствах. Я не оставлял. Пока я тебе не сказал, ты их не убрал. Я убрал их уже когда выбежал, я поставил заново. Не надо их ставить заново. Пока не скажут тебе твой рейл. Ничего не надо делать, если не знаешь сам. А ты сделал хуйню, ты выбежал плохо. Не тогда, когда игроки были собраны мусор. Хоть вот раз не мусор. Четыре. Он же не может бота снять. А на переходе полный вопрос. Ну
понадобится. Просто живите тут. Пиздец. Напряженный момент. Момент истины. Идем мы это говно или идем? Мили. Нет, не мили. Молодцом мили. Бля, у меня вообще ничего не пишет, это нормально? А я вообще без ДБМа. Чего делать, блядь? Так, не выпало ничего для Украины. С Украиной мы прощаемся. Украина, пизду. Кончик. Квест есть. Дайте квест-пароль. А, я его делал. Или нет? Так, квест там, блин, 30 голды кому-то надо? Да. Кому? Просит тебе?